Когда ты понимаешь цену твоего искупления, чем больше ты понимаешь цену твоего искупления Иисуса, тем больше ты будешь понимать или же осознавать, или же принимать решение посвящать себя Богу. Поэтому осознай то, что сделал Бог для тебя, и посвяти Ему свою жизнь. Это стоит того. Аминь. Я хочу обратиться к тем людям, кто сегодня, может быть, впервые, или вы не впервые, но вы еще не знаете Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Я сегодня хотел бы помолиться вместе с вами, чтобы вы могли свою жизнь посвятить Господу, чтобы Он мог коснуться вашей жизни и изменить ее. Если это вы сегодня, вы в первый раз, помашите мне рукой. Есть кто-то, кто впервые и кто нуждается в этой молитве, чтобы получить прощение грехов? Друзья, кто на этом месте нуждается в молитве спасения? Слава Господу, я вижу вас. Кто еще, друзья? Я вижу вас. Не стесняйтесь, не стесняйтесь. Я хочу позвать вас сюда вперед, чтобы мы помолились вместе с вами, чтобы вы могли посвятить свою жизнь Господу. Кто поднял руку, кто еще не поднимал, идите сюда ко мне. Я хочу помолиться с вами. Мы всей церковью помолимся. Не стесняйтесь. Друг, не стесняйся, иди сюда. Слава Господу. Как вас зовут? Людмила. Очень приятно. Слава Господу. Кто еще, друзья? Не стесняйтесь, идите сюда. Мы помолимся вместе с вами. Потому что Иисус Христос, Он пришел, чтобы спасти ваши души, ваши жизни, чтобы ваша жизнь сегодня могла принадлежать Ему. Знаете, мы достаточно жили для себя. Как зовут? Иван. Слава Господу. Хорошо, ну, можете стать здесь. Дорогие, не, повернитесь к нам туда как-то. Не переживай. Я понимаю, ты первый раз. Дорогие, то, что я говорил сегодня, это говорит о том, что главный смысл нашей жизни – это Иисус Христос. Он заплатил ценой. Мы празднуем Пасху, да? Он ценой своей собственной жизни заплатил за наши грехи. Поэтому Пасха – это не куличики с крашенкой. Это Иисус Христос, который отдал Себя, прошел путь смерти. Слава Господу. Как тебя зовут? Как, Саша? Что ты? Я знаю, что не первый раз. Знаю, знаю. Но тебе надо сердце Иисусу отдать уже. Иисусу отдать свою жизнь. Поэтому, друзья мои, Иисус, Он отдал Себя за нас. И сегодня у вас есть возможность попросить прощения за все грехи. Пригласите Иисуса Христа как Господа и Спасителя в вашу жизнь, чтобы ваша жизнь, она могла измениться. Я помогу вам помолиться этой молитвой. Мы все с вами помолимся. Вы готовы? Это первый шаг сделать. Это первая молитва, может быть, которая приблизит вас к Богу. Но ваше решение следовать за Ним, оно определит то, что Бог будет делать в вашей жизни. Поэтому отдайте Ему свою жизнь. Поверьте, я не жалею, что я это сделал. Хорошо, вы готовы помолиться? Давайте мы скажем вместе перед Господом, так, чтобы вы сами себя слышали. Дорогой Небесный Отец, я прихожу к Тебе во имя Твоего Сына Иисуса Христа. И я прошу Тебя, прости меня за все мои грехи. Я верю, что Иисус Христос – это мой Господь, заплативший собственной жизнью за мои грехи. И я прошу Тебя, Иисус, войди в мою жизнь, стань моим Господом, спаси мою душу, освободи меня от всякого зла и от всякого греха. И я отдаю свою жизнь Тебе в обмен на Твою. Я благодарю Тебя и верю, что Ты мой Господь, а я Твое дитя навсегда во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Господу.